СНИЛС стал электронным. Чувашии зеленые пластиковые карточки уже уходят в прошлое. Процесс перехода будет поэтапным. Этот бумажный документ в формате А5, как страховка. Там указаны те же данные – номер, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Будет стоять подпись сотрудника, который распечатал документ. Сам электронный вариант хранится на сервисах. Новый документ, он имеет две формы. То есть привычную на бумаге и электронную форму. Процедура занимает несколько минут. Оформление заявления, и печать и выдача уведомления. При этом нет привязки к месту жительства. Сейчас страховой номер можно скачать на госуслугах и сохранить его на своем компьютере или смартфоне. Он всегда будет под рукой. Получить уведомление можно, обратившись лично в любой орган ПФР, в МФЦ, либо через работодателя. Лица, которые зарегистрированы на портале госуслуг, могут уведомление получить, уже не обращаясь ни в МФЦ, ни в ПФР, а из дома, с работы, через личный кабинет на сайте ПФР. Сегодня в регионе зарегистрировано 1 300 000 страховых номеров. Нововведения никак не скажутся на пенсионном обеспечении. Однако СНИЛ старого образца пока остается в силе. Кстати, с 2021 года в электронный вид должны перевести и паспорта. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.